Я очень рада, что в этом году нам удалось организовать и провести первую конференцию по билингвизму. Эта инициатива оказалась нужной, интересной, поддержанной как коллегами, так и нашими родителями, и, что особенно приятно, администрацией нашего города Аликанте и нашими коллегами из испанских школ. По итогам конференции можно с уверенностью сказать, что она прошла замечательно. Мы достигли поставленных целей. Прежде всего, мы обменялись опытом. Мы заслушали выступления прекрасных психологов, которые помогли и родителям, и, конечно же, учителям их деятельности. Самой важной деятельности – это воспитание наших детей. Хотим поблагодарить от всего сердца всех, кто к нам приехал. Приехали со всех точек Испании. Приехали к нам из Финляндии, из России, из Великобритании. Любите русский язык, учите, не забывайте его. Приведите вашего ребенка в русскую школу. Возможно, сегодня вы не осознаете важности этого шага. Просто сделайте его. Пройдет несколько лет, и вы поймете, что сделали вашему ребенку бесценный подарок. Вы не просто подарили ему возможность говорить на одном из величайших языков мира. Вы подарили ему частичку своей души, своего сердца. И даже когда ваш малыш вырастет и станет совсем взрослым, русский язык всегда поможет ему понять и поддержать вас. Знание русского языка поможет вашим детям в их взрослой жизни, кем бы они ни работали, какую бы профессию они ни выбрали. Если они сумеют правильно, хорошо говорить, читать, писать по-русски, это очень пригодится им в будущей жизни. Удачи всем нам в этом трудном деле!